симпатично. Сейчас все посмотрите. Сегодня 50%. Для велоспорта, что ли? Это что ж такое? В хорошем состоянии. 140-50%. Не помню, засняла это. Прошу прощения. Охрипло. Ну, я показываю цены. Мой телефон надо выпендриваться. Вот это мне понравилось. Очень хорошее состояние. Идеально. 110 рублей она сегодня стоит. Ну, такой цвет я не люблю. Состояние тоже хорошее, очень теплое. 330. Это вообще дубовое, теплое. Ой, тут непонятно. А, я знаю эту фирму. Вот какая. С вышивкой. 330, 170, разделить на 2. Да, хороши. Черные я не люблю. Это как пиджак. Вот хорошая. Черные, значит, это как для велоспорта, карманы сзади. 330. Ох, какая хорошая. Прям очень хорошо. Ой, вот это какое классное. Вот это супер. 440. Очень хорошо. Это уже женский ваш. Серый не хочу. А вот это еще фирма. Такая неплохая. Коралловый цвет. Очень хорошее состояние. 220-110 сегодня. Это на девочек размеры. Но это какая-то эсмара, но какая-то древняя. Вид имеет древняя. 440. Это эсмара. Вот эти я снимала, но я... 330. А это 110. Ну, из этой нужно счистить, с белой щеточкой счистить катышки. Я хотела для рукоделия взять какую-то такую. Ну вот не нахожу то, что я хотела. Черную я точно не хочу. О, замочек. Только если ради замочка взять. Только ради замочка. 220 фиолетового большого размера. Это черная. Вот. 330. Без скидки. Вот тут красивый. Это что, Австралия? Ух ты, какая, гляньте, бирка. Это явно Австралия. Да, Австралия. Гляньте, какая симпатичная. У меня живет девочка знакомая в Австралии. 140 рублей. Вот как раз покажу ей, что к нам приехала пайта от них. Кстати, в идеальном состоянии. 280. Смотрите, какая пушистая домашняя пайта. 550. С капюшоном, гляньте, с каким. Гляньте, она идеальная.
Она идеальна. Я не знаю, чья она, эмочка. Огромная. Это домашняя такая пальта, слушайте. Очень даже хороша. Так, ну это очень теплая регатта. Регатта. 550. Ну хороша куртка. Хороша куртка в идеальном состоянии. Вот эта симпатичная. Она какая-то безымянная. 280. Вот что-то на ней написано. Тоже в идеальном состоянии. Темные я не люблю. Вот хорошая. Ну такая она винтажненькая. Выпуск винтажный, но сама новая. В тыгленте. Люблю, когда вышивка. 280 рублей, 50%. Ага, вот еще беленькая. Но здесь короткий замочек. Полностью белая. 220. Это безрукавка. Это такая вот теплая. Кстати, это какая-то... Это какая-то именная. 620. А вот это интересно. Ну прям куртки хорошие. А мне нужно для переделки на канал вот такого качества. Мне здесь не нравится цвет. Не знаю. Будем искать. Гляньте, какие я нашла штаны. 330. Только ради камушков винтажного вида. Гляньте, какие интересные. Какое я нашла платье симпатичное. 330 минус 50%. Такое приятное на ощупь. На рукавах прям города. Гляньте, какой рисунок. Очень интересно. Ух ты. Очень интересно. Но размер не мой. Но мне очень понравилось. Выкат мой. Выкат, как я люблю. И стала с некоторых пор любить хомут. Что тут еще? Это все такое. Вот симпатичная вещичка. Сейчас я посмотрю ее цену. Сейчас я посмотрю ее цену. 380 и 50% скидка. Это батист. Сколько я цену?